Приветствую. Так, продолжим. У нас второй блинчик, потому что дочка подъела половинку почти блинчика и сказала, очень вкусно. Так вот, меня еще поражают иногда комментарии, ну где-то дельное что-то там девочки поддерживают и все, там адекватных подписчиков желают. Пишут с аккаунтов, вот, ну допустим на ютубе, у них вообще нет подписчиков, ну просто вообще. Ни видео, ни подписчиков, вообще ничего. Я понимаю, они как зрители, да, может там по разделам я со временем все сделаю, но когда я, знаете, раскручусь. Вот у меня сейчас получается видео коротенькие, да, с каким-то там, ну, ерундой, они больше идут. Человек пойдет, допустим, через это видео. Вот я вот, если честно, эту схему продумала давно. И сама тоже на такое попала. Было, допустим, мне интересно что-то, просто я была блондинкой, как ухаживать за волосами, либо вот что-то, ну, допустим, вот зайдешь вообще посмотреть, вообще абсолютно другое, ну, тоже по уходу девочки что-то показывают. Либо там вот, допустим, на карты МАК тоже я наткнулась, тоже там через что-то другое совсем, да, ну, просто смотрела, допустим, психотерапия мне интересно было, и вот совершенно случайно вообще наткнулась, может быть, кто-то тоже посмотрит, как, ну, краску, допустим, я показываю, как за собой ухаживать, как рецептик какой-то. А остаются люди, потому что я даю действительно знания. Я еще поняла, что YouTube, ну, вот сейчас я уже обозначила, что именно психологом только себя назвала, да? Ну, уже кратко психолог и как бы именно... Имя мое, фамилия, психолог Елена Киршина. Но, во-первых, видимо, по старым каким-то, как вот это назвать-то даже слово, тематикам, что-то там ВТБ мне пишет, по старым тематикам каким-то толкают мои видео, скорее всего. В общем, я хочу суть в чем объяснить, что кому-то пока кажется, что какая-то каша у меня на... канале. Ну вот знаете, я вот вчера смотрела Диму Билана, еще тоже хочу разобрать это интервью, но вообще не про Собчак больше, а именно про Диму поговорить вообще. Я, кстати, всегда говорила, он еще вот только в начале появился, там все так как-то непонятненько было, какой-то прическа какая-то смешная, ну в общем какой-то как не он. Но я сразу сказала, что вот за него, если возьмется хороший продюсер, он будет вообще крутой, как вот и Лазарев тоже, Сергей, вот почему-то всегда я вот, видимо, чувствую. Голос, вообще харизму человека, талант. Так вот у меня также сейчас, это, понимаете, еще какие-то наброски, прощупывания, во-первых, аудитории, во-вторых,